Я не привередливый, пью все. Ты на лёд посмотри. Тарасик, ты посмотри, как смотрел на мои пальцы со всех сторон. Гляди. Так, на, Никите. Второй раз. А вы халву вместе с булочкой, наверное, давайте. Так. Я Никите. Володя, глянь там, какой, где дебаты идут. Так, чай не пейте, еще будет халва и булочка. Подбирай второе. Второе пусть едят. Нету. Ну, кому ты брал? Сейчас раздадим халву и булочку. Аня, возьми, четвертая мне. Володя, пойдешь со мной? Нет, скину его. Витя сказал. Мне тебе надо на картошку иди, ладно, иди. Халва и булочка. Слава Богу. Аня, посмотри в сторону. Надо со столов там посмотреть. На столах есть не видно. Ой, надо раздеваться, жарко. Проходите, девочки. Ваня, вставай в строй. Все-таки. Где моя самая маленькая? Бегайте, куда я? Вот так. Господи, Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже наш. Яко насытилась она земных Твоих благ, не лишилась и небесного Твоего царства. Но яко посреди учеников Твоих пришелась и спаси мир, да я им приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Своему Сыну, Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воздай милость Твою всем заботящимся о нас. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос, поварам на тебе. Спаси Христос, поварам. Так, давайте солодка своя, разбирайтесь. Я туда могу подходить. Иди плачь, купи. У него подойди, он сам распределит. Да я сам распределю, сказали. Камера разбирается. Сегодня у нас 15 июня 2015 года. Вот сидим за обедом в лагерь Стан. Вот накладывают второе. И ложечку масла еще раз тянем. Вот Игнатик нас ест. И жирного хорошо кормят крупным планом. Много брикоса. Как разносят, там как подают. А где чай? Вот. А срок будешь? Нет. На, не наклоняйся, Андрей.
еще один. Четвертый. Хочу тренинги еще сложить. Ешь, ешь скорее. Не мешай, что первый вам мать. А я вот знаю, что это все горит. Вы второй еще не съели. Вам уже четвертый подарит. Ну, тут чеснок и вот. Кушайте хорошо и второе. Вот я помню, там у вас. А по порядку. Так, руку поднимай, что у тебя? У нас идет запись, никто не говорит, кроме начальника. Мало ли тебе удобно, Ты что, было? Принеси сюда, Володя. Принеси банку. Прячу. У кого спросили? У меня. Повтори заново. Давай. А, подожди. Вон сок. Вон сок. Вон сок. Я говорю, где кусочек держи? Вот так вот. На видео. У нас день рождения у Леры, и родители передали печенье и сок. Можно нам его раздать? Тут по составу концентрированное фруктовое пюре, вода питьевая, очищенная, сахар. Это купленное? Купленное в магазине. Видишь, но... мне трудно поверить, что там нет каких-то эссенций. Вот, если оно не портится, это не портится, потому что там даже ни один червяк залететь не может. Вот. Нет, ну варенье мы варим тоже, ведь только с сахаром. Ничего не кладем. Сахар и это, ягода, ничего не портится. За последствия ты отвечаешь. Хорошо. Ладно, что тут еще? И печенье вот такие вот, праздничные. Чем они? Не молочные? Ну, не написано, состава не было тут. Ничего не было состава. Ну, видите, вот давай два варианта. Один вариант я не разрешаю, еще из этого получится огорчение. Огорчение. Огорчение для родителей. И на для свою ребенка. Ответственность бери. Хорошо, спасибо. Дело в том, что купленное, не считая наших нормальных пряников, я не разрешаю. У меня дети здоровые. А вот это неизвестно, что напоите, а ребенку будет неладно. Я не потому, что мне это не нравится. Я знать не знаю, что там есть. Я вижу, когда дети здоровые. Но... Они у меня все здоровые. Ни одного ребенка больного нет. Пахнет свежим и сок. Они умеют все сделать. Красители разные добавят. То есть это химия. У нас хлеб сегодня, посмотри, какие лепешки. Да. Посмотри, это все. Мягкое какое все. Что же они есть-то? Но лепешки хорошие. Всем нравится. Знаете, как они уплетают? О, передаем туда хлеба. А что, не хочешь? Тарас, ты сок не хочешь? Им уже давали. Давали? Конечно. Ну, да, еще раз. Молодые ребята растут. Тимофей. Нельзя будет помочь. Туда, налей, пожалуйста. Возьми, возьми. Давай, сейчас есть.
Так. Вон он сзади вас сидит. Игнатьевич, я не поняла, что вам сюда? Компот налей? Вовнутрь налей туда, в квас. Горячего налейте туда, в квас прямо. Квас, ты что, компоту? Да. Компоту? Что-то Тимофеев надо третьего. Тимоша, а ты печеньки добрал? Арсений, ты не прогибайся, я специально снимаю. Арелия, сейчас выйдешь из-за стола. Не, а кашу они, Галя, я не знаю, ели они или нет. Ну, вот смотри, вот кашу ели, ели, видите, ели кашу. Вот если нету кашу, не давай, тут кашу. Бери как вот. Возьмите, пожалуйста, возьмите, пожалуйста. Так, Ксюша, что за разговоры? Молча все показывай. А, Ксюша, можно телефон? Можно, да. Там на тот ряд отнеси, девчонки. Внутри. На, еще отнеси туда. Стоп, где? На последний ряд туда. Пять минут. Уже два раза давали. Дети, кто не получил стол? Кто не получил стол? А ты кому получишь? Я там. Там. А вот это люди. А ты где кто не получил? Хотя бы. Все нормально. О, ты на ужин. Сходи сюда, еще вопросы дадим. О, смотри, четвертая руку да? Поднимает он, видишь? Давай. Ты не пила сок? Что? Пила сок? Я уже знала. Вот смотрите, как дежурные делают. Бегают бегом. Тут съемка ведется, а он еще наклонится, куда-то поднырнет. Просто учитесь. Да не, нырять-то не надо, что. Уж так сказали. Ваня просит, Паша. Лепешек больше нету, тут все слопали. Я тоже хочу лепешек. Спасибо.
Христос Лериных родителей за угощение. А у кого там? Нестор, Нестор, ешь не крутись. А тебе вот эта скамейка прям плачет. Не с меня поляна. Поел, сиди спокойно, потом выйдешь. Кому не ясно, что хорошие девочки, ясно, но нельзя на столу. Понавезли таких сестер, что голову потеряли от них. За столом забывают есть. Ему давали? Нет. Да, ему давали. Да, давали. Получил. Получил. Молодец. Тимофей, получил? Да. Вы рот закрываете, а то ласточка летит, она может прям залететь в рот. Подумать, что дверь знаю, открыта. Что это. А вот мы кладем масло в суп после того, как приготовили. У нас масло кладет. Все равно. Ну как, с маслом лучше еще больше? А? Она была с маслом каша. Мне охота, чтобы его видели. Сверху еще одну ложку налили. Маш, надеть руки. Мешок-то как раз, смотри, мотается, играет. Забыли, кто мы такие. Ну-ка давайте еще раз скажем. Россия должна стать! Россия – это мы! Вот так. Пусть Путин порадуется, какая растет Россия. Трезвая, красивая, грамотная, совестливая, послушная. Ему тоже охота радости какой-то поиметь. А то со всех сторон его клюют, а ему так непросто. Говорят, нападают на Путина, и он как-то сказал, говорит, я это год или два пахал, говорит, как галера, раб на галерах. А раб на галерах, Иуда Бен-Гур, видели, как он прикован, и веслами гребут. Ну и, дескать, хороший раб, а сам ездит тут на Алтае, был где-то еще рыбачил. Я всю жизнь работаю с людьми и скажу, что выражение-то правильное. Найти общий язык, когда вокруг столько его на недругов, и там и мусульмане, и буддисты, разные веры. И как-то все, чтобы это уладить. Это так непросто. Там министры против, там генералы не согласны. Ему надо все уладить с банковой системой. Нам дано право только молиться за царей начальствующих, а не поносить. Вы знаете на Украине, как президента звать? Петр. Маленький был Петя. За него тоже надо молиться. Чтобы все правильно делал. Чтобы у России был мир с Украиной. Ну а в первую очередь надо просить всегда мира Израилю. Как написано. Мир на Израиле. Просите мира Иерусалима. Так, готовы? Да. Так, посмотрите. Он не доел что-то. Да он вылез. Ну возьми сейчас тут с тобой. Ну не вылез. Не знаю. Вообще чашку с тобой. Смотри. Он еще четвертое не поел. Он еще печенье не поел. Поел уже мы тоже. Так, не поел. Хорошо, жуйте. Правда, всегда вкусно. Очень вкусно.
Открыли, комары-то не летят? Да нет, в основном. Может, 2-3 штуки залетели. А ну все, помаленько надо, Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытилось у нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия, но яко посреди учеников твоих решилось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас, Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже, за все твои милосущие. Вот так ты святую охрану, чтобы не было людей, которые желают причинить нам зла, и на врагов пролей милость. Уничи и сердца через нас. И да слава за все. Так, все минуты отдыхать. Ваня, Вань, Ваня. Ты говорила? Я там видела зверька такого. Я не знаю, такого ты видела. Где ты видела? Вон там, около Кели. Я увидела мордочку, белочка, мордочка с черной полосочкой на носу, уши черные. Это горностай. И тельце такое ярко-коричневое. Нет, он такой небольшой. Небольшой, это горностай. Он похож на воробья. Я нужен вам, Игнатий. Игнатий Тихонович, хотели вас попросить, а корень солодки сейчас соспел? Конечно. Можно нам пойти втроем? Да, втроем. Да. Ну, как всегда, что не такое. Нельзя втроем. Надо я больше. С вами. Я с вами. Подожди. Печку истопил, как там? Ну вот сейчас надо по тесту определиться еще. А Сене еще сколько надо? Мы пойдем все вместе когда-то. Выберем время, и мы пойдем туда, где в лоб ходили далеко. А я не ходил туда. И прогулка будет на все. И там лопаты наточим. А потом принесем, промоете, и пополам делим. Половина сразу идет на лагерь, вы выберете две кучки, разложите. Ну а потом каждый себе возьмет. Ваня, помнишь, как мы по-зверски делили? Сегодня нет, да. Сегодня погода не позволяет. Так, я еще вижу.